Здравствуйте, Роман. Вот смотрите, показываю, как работает стандартный байонет Nikon. То есть также красная точка на объективе, белая точка на камере, практически вслепую. Раз, повернули, и без всяких усилий также выходит. Нажимаем эту кнопочку, поворачиваем, совмещаем красную точку с белой, и оно выходит свободно. Теперь берем Гелиос 40 для Nikon. Также красную точку совмещаем с белой. И уже видим, что лепесточки немножко мешают. И в обратную сторону, смотрите, нажимаю кнопку стопора, выкручиваю объектив, совмещаю красную точку, и такое впечатление, что байонет как застревает внутри, приходится его выдергивать. Вот этот лепесток задевает за внутренность байонета камеры, и вот этот, то есть вот по звуку вы слышите. И абсолютно беззвучно входит и выходит стандартный байонет Nikon. Покажите, пожалуйста, это видео мастерам в цеху. Я думаю, они поймут причину, по которой происходит вот такая вот проблема. Где-то на доле, на сотой доле миллиметра лепестки байонета длиннее, чем нужно. Я вытаскиваю объектив, как будто он там примагничивается. Спасибо.